Росмолодежь сейчас проводит очень хорошую акцию по всей стране, называется «Мы граждане России». Суть акции заключается в том, что каждый регион Российской Федерации снимает ролик, видеоролик про свой тот или иной бренд. У нас в Вологодской области среди молодежи был проведен опрос, который определил лучшие бренды Вологодской области. Традиционно это вологодское масло, вологодское кружево и, конечно, наш вологодский Дед Мороз. Но первое место среди этих трех брендов основных заняло вологодское кружево. На втором месте оказался Дед Мороз. И видеоролик, который снимает Вологодская область, это про вологодское кружево. Это не соревновательная акция абсолютно. И мы думаем, что Вологодская область достойное место займет среди всех красочных роликов. Будет интересно и для других регионов. На основе этих роликов будут созданы различные развлекательные моменты программного характера, в виде, там, допустим, раскрасок для детей, для того, чтобы дети нашей страны знали бренды и интересные вещи, которые существуют в других регионах. Уже на Роспатриот-центре, на сайте Роспатриот-центра уже можно посмотреть некоторые ролики регионов Российской Федерации. Будем болеть за наших и будем надеяться, что наш ролик займет достойное место среди роликов всех регионов России.